чуваки и чувихи, я Дикрит, и это снова Альпинская Рейсинг 2007. И я продолжаю прохождение карьеры. Итак, вот наша карьера. Меня ожидает сейчас слалом Парк Сити. Это самое нелюбимое мое состязание. Думаю, это нелюбимое состязание большинства горнолыжников, потому как это очень сложно. Так, ну и традиционно начнем со смазки. О, выше всех похвал. 99% 14, почти 100. То есть, имея идеальную смазку, у нас должно пройти все отлично. Выбираю дополнительную тренировку. Так, что здесь? Быстрый спуск по черной трассе, прыгнуть более чем на 68 метров. Давайте побалуемся. Если это та трасса, которой я думаю, то тут, в принципе, можно даже 72 прыгнуть. Посмотрим. Погода не очень, метель. Можно. Здесь задача у нас только одна единственная. Прыгнуть. Здорово я еду, да? Завидно вам. Радуются тренеры моей езде, моему катанию. Так, почти идеально прошел этот поворотик. Здорово. Как нельзя лучше пролетел этот момент. Да, приходится концентрироваться. Так, и вот наш долгожданный прыжок здесь будет. Главное не натупить. Подъезжать нужно с этой стороны. Завалил. Все, можно не спешить никуда. Как всегда, завалил тренировку. Не удалось. Хотя горнолыжник нас радуется не впопад. Так, задание мы не выполнили. Поэтому дополнительных очков мы не получим. Ну и хрен с ними. Ну и переходим тогда к состязанию. Я здесь, оказывается, рекордсмен, надо же. This is Jeff Jones. Hello, make yourself comfortable and welcome to our winter sport event. First race in the Slalom Cup of the Pros. Compulsory for all skiing fans. Так, погода нормальная. Видимость, самое главное, отличная. Good start. Yeah, it might become a good race. It's great, great fun watching him. В тени сливаются вот эти флажки, или как они там называются. В общем, не очень я их замечаю. Nope, not among the best five. Да, очень медленно. We've seen about half the skier, so there's still a lot that can happen. Ой, ой. You'll get punished for that one. I'll say. Ну, это всего лишь тренировка. Неудобно, у меня лежит клавиатура. Да, на профессионале эти слаломы очень тяжелые. Я, в принципе, никогда
первое место, даже в общем зачете не занимал. Отличное время, 13. Расстроенный горнолыжник наш. Ну ничего. Это только была тренировка, притирка. Сейчас попробуем все исправить. Ну, по крайней мере, не пропустив ни одного флажка, так сказать. The first round is running. We can have a look at the provisional ranking soon. О, старт как нельзя лучше получился. He's on the ideal line in every curve. That is amazing. Ох, вот эти мне еще тормоза. Не пойму, в чем. Oh, great wax mixture. Проблема. Да хватит меня хвалить, я еще не доехал до конца. Я вот заметил, они как только начнут меня расхваливать, так я сразу же и флажок пропускаю. Лучше бы молчали. Ну вот, теперь можете хвалить. He's third for the time being. Отлично, я проехал. About half the athletes haven't started yet. Can we have another look at that ride? I suppose you're talking about the replay. Отлично, я проехал. Главное, что не пропустил ни одних ворот. Хорошо. An extraordinarily я просто exciting не first знаю, round, как I я think. Тут стал рекордсменом. Если я сейчас черт знает на каком месте. Since the season of 2003-2004, the skis have to be at least 165 centimeters long. Yeah, that's because of carving. Before that, too many skiers simply fell down. Yes, that's what I call an ideal line. Заткнитесь, yes. Начинает мне ехать. He's on row two now. Сложно на профессионале, здесь такие серьезные трассы подсовывают. На любителей очень легко слалом проходится. А вот на профессионале это совсем другое дело. Satisfied with his finish. Так, ну тоже хорошо. Performance, he goes здорово. To the very top. Great job. Просто здорово. Let's wait and see where he is in the rankings after the second half of the skiers have completed their race. Отлично, я доволен. Так, 14. Here's the ranking. I hope you enjoyed the competition as much as we did, ladies and gentlemen. О, у меня аж 9 секунд не хватает. Хренать. 14, ладно. Так, и опять у нас 14 место после состязания. Вы получаете 160 очков опыта и 3750. В общем, не перекрываю. Ага, и тут вот такие есть вещи. Вот обратите внимание. О туроператоре... А, подожди. Ага, о туроператоре Сикман... Ага, о туроператоре Sigman Tours в последнее время ходят весьма любопытные слухи. За 35 тысяч евро вы должны улучшить пошатнувшийся имидж компании. Я согласен. Видите, здесь вам нанимают вас в качестве рекламы, чтобы поднять имидж фирмы. Ну и здесь таких приколов достаточно, кстати. Если вы успешно катаетесь, то предложений этих будет все больше и больше. Так, следующее. У нас супергигант Лейк Луис. Это отличный супергигант, мне нравится.
смажем наши лыжи. 97-33, отлично. Этот смазчик меньше 95% никогда не смазывает. То есть у него всегда все отлично получается. Тренер у нас тоже отличный. Но хоть одну дополнительную тренировку я сегодня выполню или нет? Итак, сегодня у нас Каньская гора. Быстрый спуск по черной трассе. Не вылететь из трассы. Раз, побить рекорд. Минута 37-2. И прыгнуть более чем на 111 метров. По-моему, это та же трасса, где я упал. Ну, давайте попробуем. Если 128 прыгнул на 111, я должен прыгнуть. This is our novelty in the program, ladies and gentlemen. Так, и не упасть. Падать здесь нельзя. Иначе сразу же эта дополнительная тренировка закончится. Да, это тут я врезался. Прыжок у меня был почти успешный. Еще бы какой-то один метр. И было бы достаточно. А вот приземлился я нехорошо. Отлично. Отлично, 127 метров. А нужно 111. Теперь главное не выпасть. Не выпасть с трассы и побить рекорд. Нужно сейчас быстренько ехать. Максимально быстро. Я думаю, что нигде тогда прыгать не стоит больше. Все-таки мне кажется, что прыжки замедляют. Потому что львиную долю полета все-таки приходится на вверх. Не вперед, а вверх. Летит горнолыжник. И в результате этого, я думаю, теряется скорость. Ну, я вижу, что я уже не успеваю. Осталось 20 секунд, того меньше. Нет. Раз, два, три, четыре, пять. Не-а. Не успели. Всего чуть-чуть не успели. Какие-то доли секунды не позволили пройти удачно тренировку. Но прыжок был успешный. Вот сейчас его должны показать. О! И опять за деревьями. Ну, нормально. Успешно? Ни хрена себе. Я успешно заполнил, прошел дополнительную тренировку. И получаю 10 очков дополнительных. Надо же. На какие-то доли секунды вот как раз я, наверное, и успел таки. Так, интенсивность. Вот дополнительные. Да, я думал, что серая полоска полностью заполняется. Тогда зачем столько клеток, мне не ясно. Ну, теперь вы можете их распределять, хотя мне это как бы бесполезно. Просто ради демонстрации, как все это происходит. Так, и само состязание. Тоже я здесь рекордсмен. We're looking forward to the initial race of the Pro League Giant Slalom. Что-то везде пишется, что я рекордсмен, а на самом деле well, yes, of course. Даже за нужное время пройти не могу. Super G. Странно. The skiers will have to prepare for a strong headwind. О, вы видели 100%. Ни хрена себе я поймал. Я теперь жалею, что это тренировка. That jostling gate cost him a lot of time. Sure did. Но ворота не пропустил. Я так разволновался, что у меня 100% стоп получился. Врезался в флажок. Так, ну ничего, сейчас я просто посмотрю, что это за трасса. Absolutely super.
смотрю, как на ней, как ее стоит проходить. Так, вот здесь коварный какой-то спрятанный поворот, ага. He's not among the top five. Понятно. He's simply not fast enough. Да, так, скоростная такая, довольно-таки. That was at least 30 or 40 meters. At least 50, I'd say. If he doesn't make any more mistakes, he'll have a perfect race. Это получается супергигант. Это получается тут же слалом. Second place. Now that's something. Более растянутый. Ну, ворот много, трасса узкая. И изобилующая частыми поворотами. Really pathetic. Вот неприятный момент. Так. А, было бы время у меня хорошее. The first Super G was held in 1981 in La Villa, Italy. Итак, заезд. 99. Твою ж ты мать. Yes, like a rocket. Wow, yes. What a great start. Great start. Только в этот плазок. Так, злосчастный плазок позади. Значит, дальше можно надеяться, что все будет хорошо. Главное бы не растерять эту скорость, которая получена на старте. Так. Вот в этом участке просто летел. Now that we, or rather me, просто, are over and done летел, with the hot dog, I can finally Лавина. Tell you what was on my mind. Так, отлично, время уже отличное. Well, I'm rather a fan of Bodie Miller, so now it's out. That's hard. And I always возможно, thought я побью свой рекорд? Well, хотелось бы. Хоть здесь отыграться. And exact это 14 место, мне как-то так надоело уже. Отлично. Последние ворота. И я на коне. He's down there and on rank one, yes. Ladies and gentlemen. Let's have a look at the replay of this almost faultless race. Почти идеальный заезд. Итак, что у нас там таблица говорит? This is the final ranking of today's competition. Так, и вторая попытка, наверное, будет. Нет? Нет. Вот. Вы заняли первое место в последнем состязании. И получаете 1000 очков опыта и 15 тысяч евро. Ну вот. Подарок от фирмы 35. Ну, гонорар от фирмы, которая за счет моего имени хочет поднять свое имя. 35 тысяч я получил и 15 тысяч сейчас. То есть вот эти денежки как раз перекроют вот ту недостачу, которая была у меня до этого. Итак, на этом я бы хотел сегодня закончить. В следующий раз покатаемся еще. А на сегодня все. Услышимся. И всем пока.